хочу сказати, що до нашої студії вже завітав не менш довгоочікуваний гість, і я просто рада його представити. До нас сьогодні завітав Віталій Сологуб. Він у нас співробітник 8-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності. Доброго дня вам, дякуємо, що завітали зранку до нас у студію. Добрий день. І перше питання, яке, я думаю, цікавить не тільки мене, а й наших телеглядачів. Що ж це за департамент такий, що це за відділ, підрозділ і чим він займається? Добрий день ще раз всім, хто дивиться цей телеканал. В структурі національної поліції дійсно створено нове підрозділення. Це департамент протидії наркопреступленням. Основной задачей данного департамента является выявление и документирование квалифицированных составов наркопреступлений. То есть данный департамент будет заниматься не лицами, которые употребляют, то есть больными лицами, а теми, кто поставляет, кто перевозит, кто сбывает, кто изготавливает данные психотропные и психоактивные вещества. Идеология работы департамента совершенно другая, то есть отошли от привычных для старой структуры направления работы, то есть показатель. Основная задача работы нового структурного подразделения – это то, чтобы не было фактов незаконного оборота и независимо от того, как этот департамент будет работать, основная задача – это оценка работы подразделения населения. Хотелось бы дізнатись, мы знаем, что работа вашего подразделу є просто приоритетной работе сучасної поліції. С чем это связано? Ну, ни для кого не секрет, что незаконный оборот психоактивных веществ влияет на здоровье людей. То есть незаконный оборот разрушает семьи, жизнь, порождает преступность и коррупцию. И, будем так говорить, все прекрасно понимают, что незаконный оборот психоактивных веществ прежде всего поражает молодежь. То есть основная задача – это сохранить молодежь. И поэтому основной, ну, направляющей силой в этой работе – это будет сохранение здоровья и здравомыслия молодых людей. И естественно, это направление является основным, и ему уделяет особое внимание руководство национальной полиции, руководство МВД. Існує дуже багато видів наркотиків, які є найбільш популярними по збуту на Миколаївщині. Ну, будем так говорить, если было привычно для населения видеть молодых людей, к сожалению, те, которые, будем так говорить, были на полусогнутых, полусонные, то на сегодняшний день это все ушло в прошлое. На сегодняшний день на территории, к сожалению, Николаевской области появилось достаточно много новых психоактивных веществ, которые по своему действию отличаются совершенно от тех, которые были ранее. То есть мы уже не увидим молодых людей на полусогнутых, полусонных. Эти данные, новые психоактивные вещества совершенно по-другому действуют на организм. То есть да, они придают энергию, молодой человек полон сил и энергии, но, к сожалению, через определенный промежуток времени, это как батарейка энерджайзер, энергия, знову потребує заряду. Да, и потом уже молодой человек впадает, к сожалению, в депрессию, и отсюда уже, естественно, последствия совершенно другие и совершенно негативные для его организма. Если говорить более-менее конкретно, то, к сожалению, на сегодняшний день набирают обороты на территории Николаевской области это психотропные вещества амфетаминового ряда, а здесь их можно назвать по-другому и метамфетамины, и амфетамины, так называемые на сленге спайсы, курительные смеси, миксы. Это, к сожалению, есть привычное для Николаевской области, так и оставшееся в незаконном обороте, это
каннабиоиды, или простым языком для всех привычные, это марихуана. И, к сожалению, начинает набирать оборот, это так званая фармацевтическая наркомания. Ось про це хотілося б детальніше. Що це таке фармацевтична наркоманія? Тому що дехто навіть, коли заходить в аптеку і намагається купити деякі лікарські засоби, їм кажуть, не можна, без рецепту. А деякі фармацевти навпаки без рецепту продають і не питають, для яких цілей це вживано. Ну, будем говорить таким образом. На сегодняшний день в государстве определен оборот лекарственных средств. То есть определенные лекарственные средства, согласно нормативно-правовым актам, отпускаются без рецепта. Определенные лекарственные средства отпускаются по так званым розовым бланкам, рецептам формы 3. А остальная часть лекарственных средств, согласно действующих нормативно-правовых актов, должна отпускаться по возвратному рецепту. И вот в этом спектре начинаются злоупотребления определенными фармацевтическими работниками. То есть они, понимая структуру и как это все осуществляется, пытаются, будем так говорить, на горе родителей набить себе карманы. То есть они отпускают определенные лекарственные средства, которые пользуются популярностью среди молодых людей. И невзирая на то, что их постигнет в дальнейшем административная ответственность, то есть или аннулирование лицензии. В этом направлении мы стараемся совместно работать с Государственной службой лекарственных средств. Мы инициируем, проводя мониторинг среди молодых людей, какими лекарственными средствами на сегодняшний день злоупотребляют молодые люди. И пытаемся поставить их или на предметно-количественный учет, то есть не дать возможность фармацевтам, определенным фармацевтам, злоупотреблять этим, или внести в определенную группу, и результат будет это уже уголовная ответственность. В принципе, все прекрасно помнят и знают определенные нюансы, которые были с некоторыми аптеками на территории Николаева. И на прошлой неделе мы задокументировали некоторые факты злоупотребления фармацевтами. И я так надеюсь, что в ближайшее время будут составлены административные протоколы, и некоторые субъекты хозяйствования будут лишены лицензии. И в этом направлении, в принципе, мы благодарны и небезразличным гражданам Николаева, которые сообщают нам об этих фактах и пытаются сами бороться в этом направлении. Но, к сожалению, внесение лекарственных средств в определенные группы требует определенного времени. Но все мы прекрасно помним и времена начала 2000-х, когда был пик злоупотребления трамадолом, но когда его внесены были, он был внесен в список на наркотиков, эта проблема сразу же автоматически отпала. Все сказали, что для попередження вы використовуєте те, що вносите у спеціальний реєстр фармацевтичні засоби. А чи існує якась робота з молоддю для попередження їх саме втягнення у наркотичну діяльність? Ну, к сожалению, это не секрет, что злоупотребление психоактивными веществами среди молодых людей набирает на сегодняшний день, ну, будем так говорить, как вал, то есть молодые люди, не думая о перспективе, они живут сегодняшним днем, им любопытно попробовать определенные психоактивные вещества, и независимо от того, относятся они к ним, к запрещенным или не относятся к запрещенным, немаловажный аспект – это любопытство, это компания. И в этом направлении мы пошли чуть по-другому пути работы. То есть мы приезжаем в учебные учреждения, мы им показываем сюжеты, фильмы последствий употребления. То есть не на словах, не на пальцах мы, а посмотрите, пожалуйста, сюжет, вот этот результат будет у вас злоупотребление опиум, вот этот результат у вас будет злоупотребление каннабисом, вот это психоактивными веществами, вот это лекарственными средствами. К сожалению, если злоупотреблять определенными лекарственными средствами, то через 2 месяца молодой человек, даже независимо от того, что оно не относится к наркотикам, он закончить свою жизнь на кладбище, к сожалению. То есть есть определенные лекарственные средства, определенные группы, которые за 2 месяца молодого человека приводят к могиле. То есть мы им показываем эти сюжеты, мы им на пальцах это объясняем. И... А ось яка реакція дітей, саме цієї молоді, які ви зробили висновки щодо їх реакції?
Ну, в принципе, после лекции мы остаемся и говорим, те, кто желает, подойдите, пожалуйста, мы пообщаемся, мы выслушаем ваше мнение. И молодые люди говорят, да, мы не понимали последствий этих вариантов. И в этом направлении, к сожалению, должны работать не только мы, а должны работать и другие организации и объяснять молодым людям результат. Милиция – это уже, будем так говорить, постфактум, когда молодой человек стал на путь совершения правонарушений. И мы с ним уже очень часто сталкиваемся, когда его задерживают за хранение, задерживают его на притоне, где он находится. До нас должны работать другие организации, должны им объяснять негативные последствия этого всего. И учитывать то, что молодой человек любопытный, ему интересно, он живет сегодняшним днем, он на перспективу на 2-4 года вперед не смотрит. И он смотрит на свою группу, в которой он общается. И здесь должны также принимать участие родители. А ось мені цікаво, ви сказали, що установи, громадські установи, батьки. А ось чи можуть звичайні люди, звичайні громадяни Миколаївщини, якось повідомити вам про акт збуту наркотиків? Або про те, що десь у якійсь аптеці продавали молоді наркотичні засоби? Ну, любой гражданин, если ему стали известны факты правонарушения, связанного с незаконным оборотом психоактивных веществ, может позвонить по телефону 102 и сообщить, что по данному адресу осуществляется сбыт наркотиков, по данному адресу отпускаются молодым людям лекарственные средства, по данному адресу есть притон. Вот возле школы мы видели подозрительного человека, вокруг которого собиралась молодежь. И полиция, естественно, отреагирует на этот сигнал, независимо от того, будет он анонимным или гражданин. Тобто людина може це анонімно зробити, тому що деякі люди не те, що соромляться, а й бояться сказати про наркопритон, тому що бояться, що над ними буде вчинена якась розправа. Да, они могут сообщить анонимно. В ближайшее время мы также сообщим контактный телефон нашей службы. Это будет мобильный номер телефона. Сейчас, в принципе, мы определяемся с оператором, и любой гражданин сможет и сообщать и нам. Но пока это 102. А що б ви могли порадити батькам, які зараз дивляться телевізор, і або у них є ця проблема, або вони намагаються попередити цю проблему, якщо в них росте досить такий проблемний підліток, як їм чинити, як забезпечити мир у своїй сім'ї? Я прекрасно понимаю, какая ситуация сейчас сложилась социально-экономическая, но родители должны прежде всего думать о своих чадах. Да, заработок, финансирование молодого человека – это все важно, но важно уделять ему внимание, важно смотреть, с кем он общается, как он себя ведет в последнее время. То есть любой родитель прекрасно понимает и знает, как он вел себя раньше. Если начинаются какие-то изменения в поведении, в настроении у него, то есть он уже должен пообщаться с ним, не думать, что это нельзя, посмотреть, что у него в карманах, посмотреть на его внешний вид, как он себя ведет, изменился ли стиль его жизни, изменился ли его аппетит, изменилось его ли там, спит он днем уже или спит он ночью. Посмотреть, будем так говорить, архив его почты, посмотреть, с кем он в школе общается, посмотреть, как он себя ведет. Если есть какие-то уже изменения, пожалуйста, есть интернет, он может посмотреть. Он может обратиться к психологам, он может обратиться к врачам. Чем раньше родители выявят факты незаконного употребления или изменения в его поведении, тем легче им будет его поставить на путь истины. Они могут ему объяснить или показать сюжеты в интернете, что его ждет в дальнейшем. Чем позже они это выявят, тем это будет, как говорит, хуже для всей семьи. Потому что от некоторых психоактивных веществ можно через определенный промежуток времени избавиться. От некоторых психоактивных веществ после 2-3 раз есть уже привыкание. То есть здесь уже без медицинских работников обойтись не получится. Меня очень часто там критиковали, но в принципе, я от своей позиции не отказываюсь. Чем раньше родители внушат молодому человеку, что наркотики или психоактивные вещества – это плохо, и в него будет это вызывать ассоциацию, будет так говорить, бомжа возле мусорки, тем это лучше будет для всех.
Тож я сподіваюся, що вас зрозуміли усі батьки, молоді, навіть молодь, яка нас дивиться, що вони зрозуміли, наскільки наркотики можуть просто зруйнувати їхнє життя. Але ми не будемо думати про погане, ми будемо сподіватися тільки на краще, про те, що у нашій країні буде рости тільки здорова, активна та спортивна молодь. І щодо цього я нагадую, що сьогодні до нас у гості завітав Віталій Сологуб, співробітник 8-го територіального управління департаменту протидії наркозлочинності.